субботу в Центре развития творчества детей и юношества любители казачьей культуры насладились выступлением Московского казачьего хора. Яркие эмоции, хореография, костюмы, настроение зрителей в точной пропорции соответствовало праздничной атмосфере концерта. Ой, казачий хор, у них задорные такие песни, правда? Задорные, патриотические, и русские народные они поют, да, песни? Да, любим слушать их. Потому что это русские традиции, я стараюсь детей к этому тоже приобщать. Влюблен в казачий хор, прежде всего кубанский казачий, а коли это тоже опять московский казачий, то, естественно, невозможно было ни прийти, ни посмотреть. Московский казачий хор – лауреат международных всероссийских конкурсов и фестивалей, заслуживший признание в России и за ее пределами. Коллектив обладает уникальным характером и звучанием. Исполнительский стиль сочетает в себе традиционное хоровое казачье пение и живое инструментальное сопровождение. Основной состав у нас около 12 человек, в нем участвуют девушки, парни. Основой нашего репертуара является традиционная старинная казачья музыка. Это песни походные, строевые, лирические. В основном, конечно, это старинные произведения. Концертная программа хора позволяет зрителю окунуться в глубину традиций казачьего народа, в его песни, быт и культуру, прикоснуться к многогранной и богатейшей истории России. Знаменске выступить для нас большая честь. Я знаю, что здесь очень много живет любителей и поклонников казачьей культуры, казачьей песни. И мы с большой радостью сегодня для них исполним все самое лучшее из нашего репертуара. Московский казачий хор – это поток энергии, ярких казачьих песен и танцев. Это команда молодых людей, профессиональных певцов и музыкантов. Это сильный боевой характер и уникальное, всегда живое звучание народных голосов и инструментов.